Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда. На небосводе много красивых. Мы гимн поем двух президентским срокам Путина Владимира Владимировича. 2013-2024-30 года. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича стране родной, российский флаг державы, повинен планеты всей. Российский комплекс, глава Тополь, Искандер, С-400, надежные охраны российских рубежей. И на вступление в родине всех, уважаемый Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич, Медведев, всех заставляют на новые подвиги свершения, всех объединяют. России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин. Мы, Нестор Омельницкий, со всеми участниками, организаторами самого лучшего в мире форума «Армия 2019», очень просим вас, уважаемый Владимир Владимирович Путин, избираться на два президентских срока 2017-2024-2030 года на пост председателя правительства Медведева Дмитрия Анатольевича, самый лучший в мире тендем Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Сергей Кочетедович Шойгу, единогласно, да, поздравляем вас. Мы, Нестор Омельницкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Юлиане Максимович, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Радим Дмитриевич, Виктория Владимировна, Майор сказал всем Владимир. Мы передали документы о выдвижении на два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2017-2030 года в Центральную избирательную комиссию на имя уважаемой госпожи Панфиловой Эллы Александровны, правительство, Госдуму, Совет Федерации, администрации президента, партии «Единая Россия», Народный фронт. Поддержали многомиллионные форумы, марши, шествия, первомайскую манифестацию трудящихся на Красной площади. Все участники военного парада 9 мая на Красной площади, шествие ветерана-победителя, шествие бессмертного полка и все участники-организаторы Петербургского экономического международного форума и самого лучшего в мире форума «Армия-2019». И все мы очень просим уважаемого Владимира Владимировича Путина избираться на два президентских срока. 2017-2024-2030 года. Ура! Победа на века! Российский флаг державы, политика планеты всей, российские комплексы, Булава, Тополь, Искандер, С-400, надежной охраной российских рубежей и на служение родине всех уважаемый Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Сергей Кочетедович Шойгу, всех заставляют на новые подвиги, свершения всех объединяют. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и деньги. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2024-2030 года всегда. Голосуем за два президентских срока 2017-2024-2030 года Владимира Путина. Голосуем всегда и сегодня. Голоса свои за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2017-2024-2030 года. И на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведев Дмитрия Анатольевича. Голоса наши за вас мы отдаем. У вас уважаемый Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Сергей Кочетедович Шойгу. Поддержка всенародных Сергей Собянина, на пост мэра Москвы, на пост Петербурга Беглова. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда. Небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем. Мы президентским сроком Путина Владимира Владимировича 2017-2024-2030 года на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич, всему российскому народу, за то, что он так много перенес, он пережил блокаду Ленинграда, одержал победу в Великой Отечественной войне, Господь Иисус Христос и Божья Мать, все высшие награды. Мы президентским сроком Путина Владимира Владимировича 2017-2024-2030 года на пост председателя правительства и партии «Единой России» Медведев Дмитрия Анатольевича, стране родной, российский флаг державы, парижской планеты всей, российские танки, самолеты, военные комплексы, Булава, Тополь, Искандеры, надежной охраны российских рубежей и на служение Родине всех, уважаемый Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, всех вдохновляют на новые свершения, подвиги, всех объединяют. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2017-2024-2030 года. И на пост председателя правительства и партии «Единой России» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь.
Ура! 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 Победа моя! Уважаемый Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на два президентских срока. 2018-2024-2030 года. И на полку председателя правительственной партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич поддержал весь личный состав нашей доблестной, легендарной, непобедимой, самой лучшей в мире армии России. И все участники, организаторы самого лучшего в мире форума «Армия-2019» Алабина, Кубинка, «Парк Патриот». Прекрасно! Поздравляем! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. И мы отстояли всю службу, сильнее укрепившись во мнении. Христос всему миру спасение. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2018-2024-2030 года. Всему миру спасения. Тендент Путин-Медведев всему миру спасения. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. От России слава и отвага, страну родную защитит всегда. Ура! Молодцы! 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 Прекрасно! Слава героям российской армии! Армия России лучшая в мире, поздравляем! Танкисты, летчики, ракетчики, матросы, генералы, офицеры, солдаты российской армии лучшие в мире. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Благодарю, господин президент России. Верховный командующий России Владимир Путин. Мы Нестер Аметинский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Ильяне Максимовне, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Рабина Дмитриевна, Виктория Владимировна, Владимир Владимирович. Мы вас очень просим, Владимир Путин, избираться на два президентских срока. 2018-2024-2030 года. Ура! Победа на века! На пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. Наша Россия, наш президент, вас сила, право и честь. Поздравляем, много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда. На небо немного красивых, ярких звезд. Таким вдвоем, с президентским сроком Путина Владимира Владимировича. 2018-2024-2030 года и на пост председателя правительственной партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Стране родной, российский флаг державы парит над планетой всей. Российские комплексы, Булава, Тополь, Искандер, надежной охраны российских рубежей. И на служение Родине всех уважаемый Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Сергей Кашкевич Шойгу. Всех вдохновляют на новые подвиги и свершения, всех объединяют. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас... Ура! Победа! Молодцы! Слава героям российской армии! Танки, самолеты, ракеты российской армии лучшие в мире. Поздравляем! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Поздравляем, поздравляем! Много счастья и здоровья и успехов вам желаем. Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаю на веке служить отчизне дорогой. Будем все вместе, как выходит настоящий и надежно. И двум президентским сроком Путина Владимира Владимировича 2017-2024-2030 года
на пост председателя правительства и партии Единая Россия Медведева Дмитрия Анатольевича. Мы всегда верны, всегда во всем вам доверяться можно. Мы смелые защитники страны, все героям ФСБ, МВД и армии родной. Посвящаем наши песни служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе. Даже Родины стоите вы надежно. И двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2018-2024-30 года мы всегда верны. Ура! Молодцы! Всегда во всем вам доверяться. Браво! Молодцы! Так держать! Россия вперед! Слава героям российской армии! Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженных сил России Владимир Путин, вы Нестер Улитинский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремена, Елена Петровна, Юлиана Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Севера Владимировна, вы передали документы о выдвижении на два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2017-2024-30 года и на пост председателя правительства и партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича Центральную избирательную комиссию, наверное, госпожи Панфиловой Эллы Александровны, правительству, Госдуму, Совет Федерации, администрации президента, партии Единой России, Народный фронт. Наш Россия, наш президент, ваша сила, права и честь. Поздравляю вас, все участники самого лучшего в мире форума «Армия 2019» в Алабино, Кубинка, партия «Патриот», и мы, Нестер Умитрицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Севера Владимировна. Мы вас очень просим, уважаемый Владимирович, будем избираться на два президентских срока. 2017-2024-30 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрия Анатольевича. Самый лучший в мире СНД Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия» Народный фронт, единогласно да. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия – ты мессия, ярчайшая звезда. Россия – ты всесильна, во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. 2017-2024-30 года и на пост председателя правительства и партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича стране родной. Герои славной армии, Отечество сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая Отчизна, любимая страна, вас высший смысл жизни навеки нам дана. Эскадрильи стрижей Витязей взлетели над Москвой. Герои Валабина на Красной площади, парке «Патриот» Кубинка. Все честь отдаем, и мы, Нестер Умитрицкий, все честь отдаем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2018-2024-30 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича стране родной. Российский флаг державы парит над планетой всей. Российские комплексы, Булава, Тополь, Искандеры, надежную С-400, надежную охрану российских рубежей и на служение Родине всех мужами Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия» Народный фронт всех вдохновляют, на новые подвиги и свершения всех объединяют. Наша Россия, наш президент. Молодцы! 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 Слава героям российской армии! Танки, самолеты, ракеты российской армии лучшие в мире. Поздравляем! Много счастья и успехов, и здоровья вам желаем. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. 2017-2024-30 года. И на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича самый лучший в мире тандем. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия» Народный фронт. Единогласно, да. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд.
мы гимн поем двухпрезидентским сроком Путина Владимира Владимировича 2017-2024-2030 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича в стране родной. Российский флаг державы парит над планетой всей. Российские комплексы «Булава», «Тополь», «Искандеры» надежной охраной российских рубежей и на служение Родине всех мужами Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев всех вдохновляют, на новые подвиги и свершения всех объединяют. И мы отстояли всю службу, сильнее укрепившись во мнении «Христос всему миру спасения». Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2017-2024 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича в стране родной. Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящай наши песни. Служить отчизне дорогой будем все мы вместе. На страже Родины стоите вы надежно. И двухпрезидентским сроком Путина Владимира Владимировича 2017-2024-2030 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича мы всегда верны, всегда во всем вам доверяться можно. Вы смелые защитники страны, всем героям ФСБ, МВД и армии родной. Посвящай нашу песню, служить отчизне дорогой. Будем все вместе, служить отчизне дорогой. Будем все вместе, от России слава и отвага, страну родную защитит всегда. Ура! 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 Великая победа России на века! Слава героям российской армии! Поздравляем! Много счастья! Здоровья! Успехов вам желаем! Так России слава и отвага! Страну родную защитит всегда! Воинской присяги, стандарт президента армии, полка на Красной площади, Валабина, Кубинка, партии «Патриот», на марше на параде, на воинских учениях и бою, на груди, геройцы, рады, солдат России, он всегда в строю, наша. Наш президент, вас сила, право и честь. Ура! Россия вперед! Поздравляем! Победа, триумф России на века! Танки, самолеты, ракеты, корабли! Российская армия лучшая в мире! Поздравляем! Поздравляем! Много счастья и здоровья, и успехов вам желаем. Ура! Браво! Прекрасно! Поздравляем! Россия вперед! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Наша Россия, наш президент, вас сила, право и честь. Ура, ура! Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь.